Мы ее так вот шутя между собой называем «Охота 3D». «Охота на оленя» называется работа. Она выполнена в технике силуэта и отстает от бумажной основы и не может поэтому экспонироваться, ездить по маршруту, по выставкам и висеть на стене в вертикальном положении. Кстати, одну штуку, да, у меня есть топография. Аллегорическая картина, которая когда-то украшала триумфальные ворота, построенные к приезду в Тверь Екатерины II. Купечество выделило 2 миллиона рублей на постройку триумфальных ворот. Перешла в распоряжение картины галереи. Угу. Сейчас, конечно, РПЦ такие вещи не отдает. Сколько у вас единиц? 6000, на данный момент 6000 единиц. Это 12-томное издание Пьера Корнеля 1764 года. Над этими золотыми линиями надпись «Презан де Руа», «Подарок короля». Папище. Да. Там. В басменном окладе серебряном. Крывало. Крывало вообще, как это делать? Сейчас изобрели стекло небликующее. Хороший, компактный и удобный способ хранения – это выкатной стеллаж. Это очень удобно. Все произведения размещаются на сетках, крепятся с помощью крючков. И вот, пожалуйста, второй Вазовский. У нас его